Обследование проспекта Ленина показало, домовые территории регулярно превращаются в помойки. Виновных специалисты комитета определили сразу. Но это мусор не с соседнего города. Это мусор с тех прилегающих домов, это 44А, 24А, которые находятся рядом. И такая история практически по всему западному району. Поймите, ну, мы никогда не очистим город. Ну, это форменное безобразие. И самое главное, потом жители звонят нам и говорят, уберите. Они же и звонят. К санитарной комиссии присоединилась жительница одного из домов, но не с фактами разоблачения, а с предположениями. Я даже ни разу не видела. Мы же в окно же не смотрим. Это раз. Во-вторых, вот мне кажется, выбрасывают все-таки, когда темно. Ну, днем, наверное, не будут. Мне кажется, выбрасывается. Вы знаете, буквально вчера вывезли весь мусор. Там была большая куча. Опять это был крупногабаритный мусор. За ночь и сегодняшний день натаскали. То есть там диваны, там опять же рамы, там опять унитазы. Коммунальщики планируют к борьбе с нерадивыми жителями подключить полицию. Ведь всем известно, что незасанкционированные свалки предусмотрен штраф, и немалый. Татьяна Баловнева, Евгений Рафеев, новости Димитровграда.